Здравствуйте, дорогие друзья! Меня здесь ругают за то, что я на своем канале YouTube выкладываю ролики коммерческого содержания. Дело в том, что видеография стала теперь моей работой, и, конечно, куда мне еще выкладывать эти ролики? Но меня просят все-таки рассказывать и о своей жизни, и поэтому сегодня специально по вашим заявкам я решила поделиться с вами своими впечатлениями о поездке на Кубу в 2012 году. Качество видео ужасно, но, видимо, вас это очень прикалывает. Так что смотрите и наслаждайтесь. Мы находимся в столице Кубы, Гаване. И я шокирована этим городом, он меня покорил своим декадансом. И как это еще слово такое есть на «В»? И винтажом, и своей винтажностью. Сейчас все увидите сами. Мы находимся на Кубе, примерно в 20 километрах от Гаваны. Здесь мы проводим, естественно, выходные свои. Приехали сюда на неделю. И наши приключения начались буквально в самолете. Нам выдали вот такие вот карточки для заполнения Республика де Куба, виза Тархета де Туриста. Значит, это бланки строгой отчетности. Здесь написано номера, и нужно было ее заполнить безошибочно. Если ты ошибаешься, то ты платишь $20. Естественно, это своего рода аттракцион. Но мы заполнили как смогли без ошибок, а когда прилетели непосредственно на Кубу, офицер сказал, что вы же русские, вам виза не нужна. И даже не извела вот этот вот бланк, и на самом деле, мы так поняли, он сделан лишь для того, чтобы зарабатывать денежки для революции. Наверное, 20-30 лет назад был просто роскошным, ну а сейчас существенно поистрепался. Вообще, я за самобытность, а самобытности в Кубе хоть отбавляй, готова простить некие огрехи, даже очень серьезные в сервисе. Но когда в номере встречаешь такое, по крайней мере, удивляешься. Гавана просто бесподобна. Головокружительная архитектура, сочные цвета, приветливые люди. Очень надеюсь на то, что вся эта красота будет однажды восстановлена. Una yeguita ya en el camino real y lo han prendido. El prove, compadre.